как мне еще с тобой играть, если ты пользуешься постоянно только шарами? И реально, если ты пользуешься только шарами, тупо. Фу, я тебя добиваю из СМГ, а не пользуюсь только СМГ. Сначала я тебя треплю до, скажем, 50-60 хп или ниже, а ты пользуешься только шарами. Понимаешь, у тебя только шары. И ты кидаешь шар, и потом убегаешь вообще подальше от меня, чтобы со мной не перестреливаться. А я навязываю тебе бой. Постоянно. Ты в него вступаешь, и в конце я просто добиваю тебя из СМГ. Могу тебя добить любым оружием. Тем же шотганом, магном, чем угодно. Но мне проще добить тебя из СМГ, реально добить. Я не играю как ты. Не стреляю, блядь, шаром и не убегаю. Не кидаю гранату из СМГ и не убегаю. Я реально навязываю тебе бой, вступаю с тобой в бой, и только в конце уже добиваю тебя в осок. Ты просто кидаешь шары во все стороны и надеешься, что хоть один какой-то в меня попадет. Блять. Вот реально, если бы в игре были бы шары более-менее сбалансированные, хотя бы отнимали бы, скажем, по 100 хп, блять. Они просто убивали с полу. Блять, половина игроков бы просто, не знаю, были бы полными нубами, я чувствую. Джек, пожалуйста, либо выйди с сервера, либо выйди с пеки. У нас сейчас будет дуэль. Нафиг ты зашел в игру, я вообще тебя не понимаю. Мне пофигу, серийно, я говорю сейчас про тебя. Надо мне приводить в пример каких-то серий или кого-то еще. Еще раз, мне серийно абсолютно по барабану, я говорю сейчас о тебе. Мы сейчас с тобой вдвоем играем, и серийно я здесь на сервере не вижу. Джек, выйди, пожалуйста, в спек, или уйди с сервера, да, поиграть в дуэль. Играешь? Выход вообще такой про.
что-нибудь кроме шаров ты все-таки будешь использовать? Уже серьезно, даже не смешно. Никакого кайфа с тобой играть у меня нет вообще. Кое-как, блядь, кое-как, я хуею. Реально нужно столько времени, чтобы прицелиться, блять, кружочек с РПГ? Да, да ты вообще слепой, конечно.
Бегай, бегай, быстрее, быстрее. Бегай быстрее!
это лак, охуеть.